Здорово, здорово. Тут вообще жесть, сейчас покажу. Знаете, что у меня есть? Видите это? Вы просто посмотрите на эту красоту. Просто посмотрите на эту красоту. Анонсмент. Prime Video. Они уже тут даже спойлерят, типа говорят, что это Prime, ну типа вы поняли, да? Ну все, давайте смотреть первый, как говорится, просмотр сегодня у нас начнется прямо сейчас. А24, кстати говоря. Надо в начало перемотать. Анимация. Змейка. Бента Бокс. Ну как бы, кто бы сомневался, да? Кто бы сомневался? Prime. Amazon Prime. Ну, в принципе, неплохо. Никак, не Netflix, конечно же, но как бы Prime. Окей. Окей. Как говорится, нормально, нормально. О боже, что это? Чарли Свегги танцует. Давайте я без остановок посмотрю один раз, хорошо? Короче, смотрим без остановок, хорошо? Если получится. Январь 2024 года. Все, чат. Теперь официально. Отель Хазбин выйдет в 2024 году. Какой сезон 2? Чё? Какой сезон 2? Мы первые, что? Это Вивьен просто троллит нас, типа. Вторую серию ждали, как бы. Вот сезон 2. Какой сезон 2? Чё вообще? Сезон 1, январь 2024. На Prime. Угу. Вы что-то поняли? Я ничего не понял. Ну, кстати, скоро, получается, нам осталось дождаться, смотрите, октябрь, ноябрь и декабрь. 3 месяца подождать. Ну, надеюсь, больше переносов никаких не будет, уже как бы объявили платформу, это раз, это во-первых, это очень круто, что объявили платформу. Вот, во-вторых, кадров было много, на самом деле, давайте еще раз подробно на всем остановимся. Ну да, типа, что второй сезон, они делают жесть, как, конечно. Типа, мы первый не дождались, и он такой, ну, короче, мы второй уже как бы делаем. Вот это да, правда. Ой, красота какая, так эта песня, похоже, будет. О, Чарли маленькая. Ну это вообще красота, милота, все, сейчас... Надо забирать на аватарки, на все ставить, просто вы посмотрите на это. Это просто... Ой, какая красивая Чарли вообще. Ну, кстати, кадров не так много показали новых, в принципе. Такие типа кадрики. А кстати-ка, оверлорды сидят за столом, ничего себе. Вот этого я тоже не успел увидеть. Там перечеркнуты эти истребители. Походу будут собираться, типа, и обсуждать, типа, как они завалят этих долбанных истребителей, которые полетают каждый год в ад и уничтожают демонов. Ну, Рози сидит, Аластер. Вот этих мы пока не знаем. Вон там Вельвет, это вот этот паук интересный. Вот этих мы тоже пока не знаем, как их зовут. Блин, лицо Хаска, посмотрите на это. Или на Серапентис. Ну и получается все. Да? Вот такой трейлер. Это они вырезали из того тизера небольшого, который Вивьен заливала. Вот тут было написано, вот тут внизу, вот тут, прям вот здесь вот. Лето 2023-го. Угу. Поверили, чат, поверили. Не, ну Чарли красотка просто. И Лилит, кстати, еще была. О, Лилит, кстати, мы увидели спину Лилит. Чат, мы увидели спину Лилит. Все, можно, короче, это умирать спокойно, как бы. Мы увидели, по крайней мере, спину Лилит. И эти тут что-то тусуются. А, они за ручку держатся? Черт, ничего себе. А я, кстати, не заметил этого, я не заметил. Так что, спасибо, ребятки, что посидели со мной. Соберемся с вами через месяц, скорее всего, да. У нас же выходит 7-я серия Адского босса 31 октября. Вот, соберемся с вами 31 октября вечерком. Будем смотреть серию, будем общаться, будем болтать. В общем, ребятки. Да. Все. Спасибо, что посидели. Ждите видосик с феста. И ждите видосик вот по анонсирующему трейлеру от Вивьен Медрано. Всем пока.